Ну, здравствуйте, друзья. Давно не виделись. Основные подписчики, наверное, конечно, знают, кто я, что я, что у меня происходило. Вот, давно ничего не выпускал, а кто попал на это видео, ну, в принципе, наверное, даже и не узнает, что вообще со мной происходило, потому что все ролики у меня закрыты. Их как бы больше, в доступе этих роликов больше не будет. Вот. Все, хочу я... Почему видео-то записываю? Я хочу поставить уже окончательную точку над своим предыдущим каналом, первым каналом, на котором вы все это наблюдали. Спасибо вам большое, что такое количество людей на меня подписалось, меня поддерживало. Сейчас канал будет совсем другой, но вот это видео я записываю, потому что сейчас совсем, ну, для меня очень такой переломный момент. Как бы в этой квартире я уже, ну, не квартире, в этой комнате я уже не живу месяца. Я уже даже уж не помню, 2 или 3 месяца я уже здесь не живу. Вот, и хочу сказать большое спасибо этому дому, этому... Ну, как сказать, не ужасному, но это мой был первый опыт жития в съемном жилье, в съемной комнате. Ну вот, хотел такой прощальный обзор, как тут все было, вот на такой вот замочек я закрывался, открывался. Такой вот телевизор, маленький телевизор, когда вот там вот я лежал после работы, отдыхал. До такой степени он далеко находился, и он такой маленький, что, ну, невозможно было смотреть. Я все смотрел на телефоне. Всего лишь одна розеточка, которая идет, удлинитель вот сюда. Я покупал удлинитель, который, например, шел. Вот туда и вот... Вот там вот с краешку он у меня лежал, потому что телефон зарядить, еще чего-то. И вот. Вот так вот я и жил. Вот. Спасибо, что комната, конечно, малюсенькая. Спасибо, что была такая кладовочка. Тут я хранил всякий хлам. Туда на вешалку вешал грязные штаны, трусы там под стирочку. О, блин, это надо забрать. Пригодится. Тут у меня какие-то документики лежали, которые достались мне. Ну, как достались мои документы. И, ну, в принципе, все. Тут очень долго я сюда не приезжал, вообще ничего не собирал. Ну, как-то не хотелось мне сюда. Но все, получается, крайний срок сдачи этой комнаты. Ну, смысл платить за, ну, деньги в никуда и все. Будем, ребята, прощаться. Все пропылесосил, все чистенько. Тапки дешманские. Все нормально, все уже увезено. Вот. Мой самогонный аппарат медный, который я сам паял, делал. Кому надо, обращайтесь, умею делать. Вот, в принципе. Ребята, с вами я, конечно, не прощаюсь. Ну, не знаю, вот те, кто были на меня подписаны. Не знаю, будет ли интересен дальнейший контент. Тут уже как бы мысли, что я буду снимать, конечно же, есть. Вот. Такого трешака, что было раньше, конечно же, не будет. Расскажу я вам все-таки о том, как поменять свою жизнь, как к своей жизни относиться. И то, что... Вот кто вот меня знает, то, что я вещал до этого, ну, вот херня полная получается. Я там... жил, говорил, что у меня все хорошо, все отлично. Это было какое-то самоубеждение, что у меня все хорошо. Вот. И пока действительно все в жизни как-то не наладилось, и я все думал, что у меня все хорошо, все наладится, и все равно как бы жил какой-то не своей жизнью, жил, убеждал себя в том, что у меня все хорошо. Ну, в принципе, было хорошо, но 50 на 50, но все равно как бы я в этой каше вот варился, в этой каше, что-то там. Правильно, да, я сейчас вот с некоторыми своими подписчиками, ну или комментаторами, или с хейтерами соглашусь, они говорят: о, братан, то ты там с этого болота не вылез еще нифига.
Вот, я там обижался, вот, да у меня все отлично. Ну да, где-то в какой-то мере, может быть, как бы вы были правы, вот этих хейтеров. И действительно, когда вот у человека все нормально, как бы и морально, и эмоционально, как бы, то он бы не клепал бы там каждую неделю по видосику. Ну хотя нет, действительно, мне вот это все захлестнуло, вот это вот именно это видеоблогерство. Я вон смотрел, некоторые видеоблогеры пилят конкретный такой прям вот контент хороший, пилят там с оформлением, с красивой картинкой, и у них там 500-600 подписчиков, еще что-то. Я с одним списывался. Тебе большой привет, не помню, как тебя зовут. Ну, он там всякие обзоры там на телефоны, ну, какую-то технику делает. У него прям красивый. И каналу там, по-моему, 2 или 3 года. Я его спрашиваю, говорит, а что так, подписчиков-то мало? Говорит, ну вот как-то так. А вот мой канал что-то как-то прям стрельнул там. Особенно под Новый год, там, не знаю, что там такое произошло, что там прям 1000 подписчиков там за месяц сразу прилетело. Как-то странно. И просмотры там, видео набирали там минимум 1500-2000 просмотров каждое видео набирал. Сейчас у меня просмотров 25 просмотров, ну, просто роликов нету на канале. Вот, в принципе, вот на такой вот, не знаю, нотке решил я окончательную точку поставить над каналом «Жизнь после развода». Сейчас у меня, конечно же, он переименуется. Напишите в комментариях, как назвать канал там. Именно вот как некоторые там, Илья Соболев, там, Алексей такой-то. Ну, просто именной канал назвать. Или все-таки, вот, если придумал там какую-то там тематику, пускай вот она и будет там какой-то тематики. Все, ладно, спасибо большое, ребята. Остаемся на канале. Ну, конечно, отписалось очень много от меня, но кто со мной? Всем спасибо, что следите за мной. Вот. Юрке, Сереге, Ваньке привет. Ванька, не пропадай. Мы тебя видим, помним. А то ВКонтакте куда-то пропал, потом появился. Так что давай, не пропадай. Спасибо за упоминание. Очень приятно. Заходил, смотрю я твои ролики. А прости, что сейчас пока не комментирую. Ну, сейчас как-то, ну, совсем не до этого. Вот. Так что всем добра и всем пока. Увидимся на новом канале. На этом, но в новом формате.